Глазные заболевания и проблемы со зрением приобретают все большую актуальность. Доля вины лежит на гаджетах, компьютерах и вредных привычках. В последнее время патологии сетчатки провоцируют и COVID-19. Но век современной медицины уберечь зрение стало проще. Наша съемочная группа убедилась в этом. Все, отлично, видите единицу. Для Елены Литвиновой это большая победа. Буквально 2 месяца назад она не видела даже крупный шрифт. Причиной плохого зрения была катаракта. После перенесенной операции в клинике глазной доктор. Женщина на плановом осмотре. Результатом довольны оба, и врач, и пациентка. Тогда у меня совсем не было зрения на левом глазу. Было молоком залит глаз, я ничего не видела. У меня еще второй глаз проблемный, поэтому будем дальше обращаться сюда, здесь будем проходить лечение. Свое зрение в клинике «Глазной доктор» улучшили около 15 тысяч пациентов. Офтальмологический центр работает в Люберцах с 2019 года. Здесь собрана вся линейка современного оборудования для диагностики и лечения различных глазных заболеваний. Есть собственная оптика, где можно подобрать очки или заказать их по индивидуальным параметрам. Мы оказываем помощь при всех заболеваниях глаз. Это и нарушение рефракции, близорукость, дальнозоркость, это катаракты, это заболевания сетчатки зрительного нерва, косоглазие, заболевания век, в том числе блефаропластика. Все, что касается глаз, это наша компетенция. Вот этот оптический томограф позволяет исследовать сетчатку и зрительный нерв на клеточном уровне без вреда для глаз. Сверхточная техника помогает врачам в постановке диагноза и назначении лечения. Далее, при необходимости, к работе подключаются хирурги. У клиники есть собственный операционный блок. Самая частая наша операция – это операция по поводу катаракта. Мы используем золотой стандарт хирургии катаракта современной. Это фактоэмульсификация катаракта. Операция делается через маленький 2-миллиметровый прокол. С помощью ультразвука хрусталик дробится из глаза, удаляется, и вместо него ставится искусственный хрусталик. Никаких швов не накладывается. Примерно через неделю пациент уже видит максимально хорошо. Каждая операция подразумевает определенный объем обследования, который пациент проходит. Он может пройти его не только в поликлинике по месту жительства, но и у нас. В клинике у нас есть диагностическая служба. Все услуги доступны не только взрослым, но и детям. Проблемы со зрением в раннем возрасте сейчас актуальны как никогда. Но с помощью профилактики и поддерживающего лечения избежать осложнения возможно. В нашей клинике есть возможность аппаратного лечения детских заболеваний глаз, которое направлено на пассивно-активную разгрузку мышечного аппарата детей. Проводятся такие занятия в нашей клинике в индивидуальном порядке с детьми, и это способствует сохранению зрения, предотвращению развития заболеваний глаз. Несмотря на пандемию коронавируса, в офтальмологической клинике готовы оказать помощь. Поток пациентов разделен таким образом, чтобы они не пересекались друг с другом. Глазной доктор работает каждый день с 9 утра до 8 вечера без перерыва и выходных. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.